Водієві, який вранці 21 лютого після ремонту водогону біля будинку на вулиці Небесної Сотні, 72, злив брудну воду просто на дитячий майданчик, винесуть догану. Про це розповів директор комунального підприємства «Житомирводоканал» Андрій Нікітін. За словами директора підприємства, такі дії співробітника водоканалу є неприпустимими і заслуговують найсуворішого покарання. Я можу відкрито сказати, що нас всіх це шокувало. Ні в якому випадку це не політика водоканалу. Мы стараемся показать свою приверженцам хорошей экологии и правильным поступкам. Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда несознательные сотрудники могут испортить репутацию как всему предприятию, так и некоторым отдельно взятым сотрудникам. Поэтому, в первую очередь, за поступки сотрудников отвечаю я, директор водоканала, поэтому я хочу перед всеми жителями Житомира принести извинения, попросить прощения и пообещать, что больше такое не повторится. Что касается сотрудников и бригады, которая работала на данном объекте, с ними проведена будет работа. Сотрудник, который совершил этот поступок, и бригадир, который занимались, понесут за это ответственность, они будут наказаны, с них будет снята премия, и им будет оформлена догана. И кроме этого, работа будет проведена, разъяснительная работа будет проведена со всеми сотрудниками всех бригад, которые работают по авариям в городе. Керівник Житомирського водоканалу переконує, за інших обставин одразу звільнив би працівника, який дозволив собі вилити відкачену водопровідну воду просто на дитячий майданчик. Задавая себе вопрос, заслуживают ли такие действия увольнения, наверное, да. Но на сегодняшний момент наше предприятие и так на нем не хватает кадров для того, чтобы оперативно выполнять работы по авариям. Поэтому я могу ответить, что в этой ситуации мы жестко накажем этих сотрудников, но все-таки город нуждается в оперативной ликвидации, оперативной работе водоканала.